Здравствуйте, дамы и господа. Спасибо вам большое, что вы дошли сегодняшним днем до этого чудного заведения. Среда, снежные заметы, в общем, и физическая усталость от махания лопатой все-таки немного подкосили наши ряды. Но, тем не менее, все пришедшие да возрадуются этому дню. С вами вместе группа Федулова, Анатолий Семеров, Алексей Цыган. Меня зовут Ксения, соответственно, Федулова. В общем, кто не в курсе. Мы немножко попоем авторского материала, немножко попоем еще другого, не авторского, англоязычного. В общем, возрадуемся всему, что происходит позитивного в нашей жизни. Вы не стесняйтесь, кто захочет танцевать. Тут достаточно места для шпагата. Thank you.
тихо с пацаны. Я люблю грас и нет час, пацаны. Это я и моя деталь. Специальные для того, чтобы видели все онлайн-трансляцию, всем онлайн-присутствующим большой-большой привет. Так что не стесняйтесь, аплодируйте, если душа рвется. Мы будем совершенно не против. Не поверите, следующая песня. А будет зваться она «Грустит». Она выходит в окно навстречу черной луне.
И только время, смокие плечи кружева, слова и мысли, окая и тетова. Она уже запуталась, где нет, где дом, что было раньше и что будет. Всегда очень волнительно исполнять те песни, которые не звучат из каждого граммофона в нынешнее наше непростое время. Нет, время простое как раз-таки. Что тут сложного? Но всегда ваша отдача в качестве улыбок, движений и аплодисментов всегда греет душеньку артисту. Это факт. И поэтому, именно поэтому исполняется следующая песня. Дорога
вас там хорошо. Я очень всегда переживаю, на самом деле, за людей, которые приходят на концерт. Мне очень важно, чтобы у них все было хорошо. И вот, и чтобы было все налито, нужны напитки для кого что. Чай, чтобы был вкусный, место удобное, звук комфортный. Все хорошо? Да, видите, как здорово. Прекрасно. А мы споем песню. Слушайте, не поверите. Это сегодня будет повторяться неоднократно, видимо. Thank you.
искусств практическим, которого автор Сергей Головков, проживает этот милый человек в Петербурге, сочинил песню, ее слегка отредактировали, и сегодня эта песня исполняется. Песня называется «Такое дело». Thank you.
предлагаю выпить за нашу с вами неземную красоту. Правда? И за красоту происходящего момента. Ура! Тех, кому приглянулся блюз, не поверит следующая песня. Да, в защиту мальчиков. Блин, блюз, ее называется. Сегодня решила много не говорить. Это не красит блондинок совершенно, а только заводит их в полный тупик.
Поэтому лучше я буду играть, чем говорить. А музыкальное произведение будет называться «Hideaway». Убежище, в общем. Прячьтесь, кто мозг. Вот так будет называться. Произведение. Лёха, дай. Thank you.
насчет заявления. Алексей Цыганов, Анатолий Смирнов. Они шифруются у меня очень часто, делают из себя приличных, но у них плохо это удается. Песни будем петь, хорошие, на английском языке. Фонит, значит, работает. We'll be right back.
повествует о том, как русский аналог русский аналог песни «Был бы милый рядом», «Женской чести был бы милый рядом». Вот. А на самом деле, руки прочь от моего мужчины. Не надо мне ни бриллиантов, никаких там домов и денег, лишь бы ваши ручки были подальше от моего мужика. Вот примерно об этом пойдет дальше спич. Могут начинать плакать. Мне кажется, это исходит от женского лица. Сядь и выпей. Это правильно. Даже в 40-е годы выпивали, когда такое дело было. Петр, я сегодня посвящаю тебе эту песню.
человек, который управляет звуком. Человек практически. Человек... Как это вот это называется? Не помню. Ладно. Вот. Человек. Человек. Time before you move.
Отказать в удовольствии исполнить данное произведение искусства. Одну секундочку. Жаркая публика, поэтому инструмент задумывается. Here are the hand in man, she was
соратники мои, как же это приятно. Стесняется. Микрофон, в смысле? Транслировать то, что поет басист. Видимо, так. Песня. Для медленного, между прочим, печального и долгого танца. Про слезоньки наши горючие и про любовь несчастную. Несчастливую откуда мы? Откуда мы? Какое счастье?
Завершающая тихая песня. Больше таковых не имеется у нас в репертуаре. Но самое время вспомнить нашего любимого, горячо любимого человека, который будет с нами на нашем блюзовом помосте, а именно Джимми Хендрикс. Наверняка присутствующий здесь знает, кто это такой. Правда? Он, в общем, мы с ним очень похожи, но только не по герному, не по гендерному признаку, а вообще душой похож, я так понимаю. Разницы особой у нас нет. Эхо, песня под названием «Voodoo Child». Thank you.
Алешенька Цыганов. Алешенька. Танюнечка Смирнов. Меня зовут Ксюшенька. Фамилия у меня Федулова. Песня какая-то должна звучать, а я потерялась. Не знаю, что даже исполнить. Я не припомню этой песни у нас в репертуаре, поэтому пропустим. А песен будем... Слушайте, а можно еще пошуметь? Вот. Потому что если мы сегодня и не споем, тогда угар полный не свершится, называется. Есть у меня еще одна группа любимая. Прям любимая. Via Led Zeppelin. И песня у них такая есть. Народная, известная. Поют даже дети в детсаду. Называется она Whole Lot of Love. Смотри мне, того. Ой, звонит хорошо так. Нравится мне. О, нашла ноту. I'm not afraid of the dark.
простит нас джазовый клуб Алексея Козлова. Да простят нас соседи из ближайшего дома. Но я не могла этого не сделать. И Алешенька не мог. Не мог он. Не мог оголить свой торс. Много вас таких, но мои медиаторы. Правильно? Господа мои хорошие, любимые, славные люди. Спасибо огромное, что вы сегодня заглянули. То, что не прошли мимо. То, что не посмотрели на голый лед. Да и вообще, в принципе, на будний день. И пришли к нам. Группа Федулова очень-очень-очень-очень благодарна вам за это. Да, да. Он просто очень серьезный, но на самом деле улыбнись, выйдет. В общем, счастья, здоровья и всего-всего. И главное, что мы вам желаем, чтобы ваша жизнь была исключительно только хобби. Самым, наверное, лучшим, что можно предположить себе. Просто жить, улыбаться, кайфовать, слушать музыку, любить и быть любимыми. Ура! И песня так называется «Жизнь только хобби». Mm-hmm.
Thank you.
Которые по сей день существуют и называют их хибаями. Я подозреваю, что так процентов 98 здесь присутствует, потому что любовь к свободе определяет тебя, как это, сразу до хибаи. Вот свободная, свободолюбивая, вот, пожалуйста, вам туда. В общем, ребятки, про нас с вами. Yeah.
Алексей Смолов! Алексей Цыганов! Анатолий Меня зовут Ксюша. Спасибо вам большое, что вы сегодня были с нами.